Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1457. События дня. Евангелие от Матфея, 22-29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией». За 9 декабря 2019 года. Наше обращение. Ищем, кто поможет человеку приобрести комбайн. У нас земля есть. Прекрасный человек. Здесь не пропьют никуда. А бывает, человек заработал денег. Помочь надо. Кормилец. Ну и вот о нем что-то 4 ролика. Посмотри, что это без обмана. А теперь что у нас между переписка какая тут? Я все выставляю, чтобы видно было, что мы чем занимаемся. Так, тормозите, и помаленьку можно просмотреть. Я более ускоренно и меньше. Примерно так думаю, не надо делать. Ну вот, прошлый день. Что было здесь? Это я за понедельник тут даю. Батюшка оставался, зашел, у меня беседа была с одним, с Украины. Он вышел и уехал. Не пришлось поговорить. Но остальное я здесь никуда не выходил, значит, то же самое. Кормлю голубей, воробьев. Штук 100 прикормил тут. Так вот. Ну и остальное уже. Все это температура. Тут 3-5 градусов мороза всего. Котов двоих утащили на чердак, чтобы там мышей погоняли. Это тоже у нас работа туда-сюда. Володя заносит. Все на этом.